создателей стартового комплекса для носителя N1. Это этапы последовательного развития отечественной ракетной техники. Недалеко то время, когда снова стартового комплекса будут выходить космические системы, внося к планетам корабли Земля, открывая человеку мир. Только объединившись вместе, сложив оружие и закончив все войны, забыв старые обиды и ссоры, остановив споры о том, чей Бог настоящий и чья идеология правильнее, мы смогли создать невероятное и сделать огромный шаг вперед. Мы стояли на краю пропасти и нашли в себе смелость отступить перед человеческой гордостью. Смогли уйти от глупых принципов, загоняющих человечество в могилу все быстрее и быстрее с каждым годом. Мы встали на новую ступень эволюции. Теперь мы — единый организм, единый мозг, в котором каждый человек — нейрон. Мы обманули великий фильтр, смогли не уничтожить себя. Теперь мы цивилизация третьего типа. Мы выросли из нашей колыбели и пошли искать новые пристанища, открывать невиданные миры, без страха нырять в неизвестность, слушая голос нашей Вселенной. Поменялись приоритеты, цели, желания. Поняв свое предназначение, мы смогли вылечить зуд, из-за которого на протяжении тысяч лет убивали сами себя. Раньше война была двигателем прогресса. Теперь нас мотивирует лишь факт самосознания. Мы выросли из нашей колыбели и оставляем ее навсегда. Наш дом, вся Вселенная. А мы — просто любознательные путешественники —